Старая крепость. Кто поймет, как строили и какими усилиями. Идем дальше. И здравия, соратники! Сегодня я вам покажу свои видеосъемки, записи об одной замечательной крепости, которую я нашел в городе Ульцин, это в Черногории. Она замечательна тем, что практического значения военного она не может иметь от слова совсем. То есть строили ее явно не для защиты города.